извиняюсь за такой ебучий фотоаппарат. То есть не фотоаппарат, а аккумуляторы. Как не надо, они садятся. Я сгонял домой за новыми, отнес телефон, буду бить дисплей. Телефону больше ничего не страшно. Ой, кошарик. Да, мяу. А я здесь разбиваю свои вещи. Вот еще раз покажу, как выглядит дисплей. Ой, отойди, кошарик. Хороший. У меня нет еды. А мы пиздим телефон. Ой, дисплей. Когда гость-то... Ух ты! Вот так экран. Упс. Я спросила. Ух ты. Пойдем кружочек пройдем. Потом сядем. Давай сидим. А то я устал. Сиди, руку. Вот так вот. Я телевизор купила. Ну, сейчас на меня отойдет от него, да? Привезли. Вот. Все. Крошки. Подключили, ничего не показывали. Там надо не доказывать, что это выбрали. Ой, видите, я вот не понимаю. Вот он. Ну, вот он. Я что, мальчик спросила, конечно, у мальчика. Да, он понял. Упс. Прошлый экран в щепки раскололся. Этот прочный. Нихера. Ёбок целый. Сука. Пиздатая. А хоть это... Надоело, что целый день смотрел. Сука, ебаная. Блять, скорее камень ему. Камень расколол, если точнее это асфальт. Расколол нахуй его, а не экран. Сучара вонючая, блять. Ну все. Больше нечему ломаться. Вот там на пульте осмотреть нету? Есть. Ну и что там, проблема-то? Я смотрю, что все понимают. Я даже надо очки делать. Я смотрю, что я там раз. Наверное, будет все. Все. Последний раз. О, сука. Все. Это был краш-тест. Может, будет следующая часть, а может, нет.